представителями туриндустрии Краснодарского края на совещании с помощником президента Левитина было внесено предложение о введении единого билета, по примеру единого билета, который работал на Крым в 2015 году. Мы понимаем, что у нас может быть в этом году повышенный поток туристов, но в связи с тем, чтобы не произошло головокружение от успеха, просто у нас поднялись цены, а не при улучшении качества сервиса и оказываемых услуг. Но это будет тогда как бы последний нормальный год, потому что второй раз люди к нам не поедут. Очень высокий ценник, очень низкий уровень обслуживания, поэтому мы сейчас начинаем с Нового года проводить обучающие семинары, будем проводить встречи с представителями турбизнеса. А по поводу улучшения качества оказываемых услуг и повышения сервиса. Надеемся все и уверены в том, что мы, анапчане, сможем встретить достойно своих гостей, соответственно, проводить их так, чтобы на следующий год они к нам вернулись снова.